Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу показать вам одну интересную уязвимость iOS 5.0.1. Итак, вы видите у меня запароленный iPhone 4, и сейчас я вам покажу, как этот самый пароль обойти и попасть в стандартное телефонное приложение. В данный момент я звоню на этот iPhone с другого аппарата. Звонок прошел, появилось уведомление, теперь вынимаем лоток сим-карты. Затем вставляем и почти сразу же пытаемся перезвонить по пропущенному номеру. Вот то, что нам нужно. Теперь, если мы нажмем на кнопку «Готово», то попадем в то самое телефонное приложение. Мы находимся на вкладке «Пропущенные», можем отсюда перейти в список контактов. Также можем перейти на экран с клавишами, даже можем кому-нибудь позвонить. И, наконец, нам доступна вкладка «Избранная». Теперь, если нажать на кнопку Home, то мы вернемся на экран блокировки. На сегодня это все. С вами был Леонид Клюев. Читайте iPhones.ru.